Проблемы в пути и способы их решения обсуждали сегодня во время всероссийской акции «Час пассажира». В Волгограде она прошла на железнодорожном вокзале. Цель – предупредить пассажиров и предотвратить различные неприятные ситуации в поездке. Свои вопросы пассажиры могли бросить в специальный ящик на станции «Волгоград-1» или же прийти лично и обсудить конкретные ситуации с руководством транспортной полиции и прокуратуры. И впервые такую форму общения применили в Москве 2 года назад. Практику подхватили все регионы. Волгоградцы, например, интересовались, можно ли брать в поезд пневматическое оружие. «Можно, если есть разрешение», – ответили участники встречи. Правда, до сих пор нет официального перечня запрещенных к проносу вагон-предметов. Что делать, если во время поездки на поезде потерялись документы, спрашивали наши пассажиры. Необходимо обратиться к проводнику, который в свою очередь поставит в известность начальника поезда, который примет меры. И при первой же остановке в данный состав подсядет оперативная группа. И уже она займется поиском пропавших документов. В целом же возникновение экстремальных ситуаций на железной дороге сегодня маловероятно, считают эксперты. Ведь по уровню безопасности и контроля РЖД сегодня приближается к авиаперевозчикам, применяя тот же набор техники. Например, на вокзале «Волгоград-1» уже несколько месяцев используется интроскоп для досмотра багажа пассажиров.